Прежде чем перейти к рассмотрению следующей нормальной формы, рассмотрим понятие многозначной зависимости. Многозначную зависимость можно представить следующим образом. Допустим, у нас есть некоторый атрибут А, и каждому значению этого атрибута соответствуют некоторые наборы значений атрибутов B и C. Однако, наборы значений B и C между собой никак не связаны и являются независимыми друг от друга. Это говорит о том, что в нашем отношении присутствует многозначная зависимость. При этом разделяют два случая – тривиальная и нетривиальная многозначные зависимости. Если говорить о тривиальной, то здесь может быть два случая, когда один из атрибутов, который зависит от нашего детерминанта, то есть, например, B, если зависит от A, то в случае, если этот атрибут B является подмножеством атрибута A, то эта многозначная зависимость тривиальна. И также в случае, если объединение атрибутов A и B является полным множеством нашего отношения, то эта зависимость также является тривиальной. Тривиальные зависимости не усложняют каким-либо образом отношения, поэтому основной интерес представляют именно нетривиальные зависимости, то есть в те, в которых значения наборов атрибутов B и C не совпадают и не входят в значение атрибута A.